Река Юрюзань разделяет Челябинскую область и Башкирию. Здесь находятся одни из самых живописных мест в республике – Идрисовская пещера и скалы Усть-Тише. Именно они стали площадкой проведения чемпионата России по спортивному туризму на спелеодистанциях. Хорошие люди, хорошее место, дружный коллектив, сформировали здоровую спортивную атмосферу, атмосферу спортивного праздника, в которой все разные регионы, приехавшие состязаться действительно в нелегких условиях, чувствовали себя комфортно. Из-за сложности в организации и отсутствия финансирования у чемпионата был большой перерыв – 3 года. В этот раз соревнования прошли благодаря самим участникам. Кто-то помог деньгами, кто-то экипировкой. А мы взялись, потому что 3 года уже не было чемпионата, а когда спортсмены не растут, это большая проблема. Все, конечно, упирается в деньги, то есть пришлось проделать огромную работу по тому, чтобы найти финансы для проведения чемпионата и... сделали все, что смогли, правда. То есть огромные деньги, конечно, без помощи со стороны государства, как у нас обычно это бывает, но сделали все, что смогли. В чемпионате приняли участие спортсмены с 5 регионов страны. Красноярский край, Челябинская, Московская области, Башкирия и даже Приморский край. В целом все понравилось, не зря ехали. Там много нового, там много новых этапов, для себя много очень всего, чего узнали, подчеркнули. Скалы интересные, такой рельеф, он прям очень близок к пещерному, достаточно интересный. Ну и судьи, видно, провели хорошую работу на скалах. Чемпионат состоял из 3 дистанций. Одиночный зачет в связках и самый зрелищный и сложный этап – транспортировка пострадавшего. Спокойно, тихо, аккуратно, внимательно. По легенде, спелеологам предстоит спасти человека с тяжелой травмой. Все нарушения фиксирует судья соревнований, он и лежит в носилках. Все проходит не на тренировочной базе, а в реальных условиях. Любая ошибка может стать фатальной. Тяжело было не только здесь, именно на трассах, тяжело было еще и в городе в плане подготовки, тренировок и всего остального. Первый матч под России был именно на этих же скалах, в 2014 году я приезжал. Мы вроде бы сильно выросли, судя по результатам. Старались, трассы классные, судейство обалденное, вообще территория, вид, речка. Вообще нам все понравилось. Конечно, было очень приятно находиться в такой семейной атмосфере. Не было такого волнения, страха. Просто приходишь, делаешь свое дело, думаешь о дистанциях и знаешь, что тебя поддержат, что тебя ждут на дистанции. Это очень душевный момент. По итогу первое место в командном зачете заняла сборная Красноярского края, второе – сборная Башкирии, а третье – Челябинская область. Участники показали хорошую скорость, собранность и теоретическую подготовку. Организаторы и спортсмены надеются, что длительных перерывов между чемпионатами больше не будет. Глеб Безбородов, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.